Ну давайте рассмотрим современный вход. Вход через интимные отношения. Когда молодой человек подходит к девушке и говорит: а знаешь, что мне сейчас надо? Да я предлагаю все-таки открытыми, чтобы было удобнее, люди могли записывать. Ну теперь можно открыть. Давайте откроем, конечно, 10-я страница. Посмотрите, вот вход через окно, в принципе, мы все тут расписали, все то, что мы только что с вами сказали на 10-й странице. И здесь у нас с вами, опять, давайте исходные данные возьмем. Значит, закон такой берем, да? Теперь вот этот вход рассматриваем. Исходные данные. Любви нет, есть только желание, да? Законных оснований нет, печать в паспорте нет, они другу никто. Но желание есть, и они уже вовсю начали заниматься сексом. Причем он даже и не спрашивает, как ее зовут. Да, вот. Порой даже бывает так. А зачем? Если они утром решили расстаться, ему надо только вот удовлетворить. Знаете, сейчас знаешь, даже... что мне сейчас надо? Все. Сейчас даже интересно, в литературе, в молодежной и, более того, в профессиональной, мы все чаще, знаете, какое стали встречать слово вместо слова «секс»? Квик. Если вы, наверное, встречали... Квикнулись и пошли дальше. Квик. Это быстрый секс, без всяких там прелюдий и так далее. Квик. Понимаете? Вот. То есть... Ну, я думаю, что если вот вы смотрите современный фильм, там, в общем-то, считается за... что круто. Вот как вот буквально 2-3 дня назад, там фильм «Джеки Чан» в главной роли, вот там девушка, такая герла, значит, выходит из бассейна и говорит своей подруге: ты в этого мальчика, что ли, влюблена? Да он там такой-такой, а ты откуда знаешь? Да я всю футбольную команду, значит, что, совсем переспала? Ну да. Слушай, вот это же она, понимаете? Как то есть, круто! Как круто! Понимаете? То есть она вот как бы в глазах там своей подруги крутая герла. Ну, как там везде ее так называют, крутая герла мальчики ее называют. То есть это считается круто. Парень, если там всех девушек переимел, все знает, это круто. То есть вот этот вход, опять мы говорим, они не муж и жена, между ними нет любви, но они уже сексом с кем-то занимаются, да? Вот этот вход понятен в отношениях, да? То есть вошли, вышли, вошли, вышли, вошли, вышли, с одним, вторым, с третьим, с четвертым. Вот это вот такой вот вход идет. И давайте... И теперь... Обычно мы молодежи спрашиваем, назовите положительные стороны такого входа. Всегда это спрашивают. Раз это присутствует, раз с этого начинают люди, значит, что-то в нем есть? Значит, есть какие-то плюсы. И вот интересно, что вот нам больше всего понравилась лекция, которую мы проводили в медицинском университете, потому что нам там не удалось назвать ни одного плюса. Верника, ни нам, ни им. Никто не смог. То есть они говорят, ну вот такой плюс. И тут их же и друзья отвечают: слушай, ну какой бред ты несешь, это не плюс вовсе. Потому что возникает то-то, то-то и то-то. Другой говорит, а вот этот плюс. Он говорит, слушай, ты вообще грамотный человек, учишься в мединституте, не знаешь, что когда вот это происходит, бывает то-то, то-то и то-то. Вы знаете, вот на вот тарелке больше всего понравилось. И мы просто стоим и слушаем, ребят, молодцы. И ни одного плюса. Интересно, что мы все время, когда плюсы... И мы потом пытались им плюсы подбрасывать. И говорят, да ладно, это все ерунда. Вы что, грамотные люди, а сами не разбираетесь. И вот давайте мы сейчас прямо посмотрим. Мы приехали в лекцию читать. Причем интересно, что вот на ту лекцию мы проводили в общежитии медицинского института. Это как было, ну как внеурочное время, такое как факультатив. Но где-то больше 100, где-то около 200, наверное, студентов. Была огромная аудитория, вся была заполнена. Лекция называлась так. Плюсы и минусы гражданского брака. И на эту лекцию они входили так. Ну, они так, студенты-медики, они так в советское время были. Да, девочки свободные. Под крылом у мальчиков, и многие и идут там с пивом, со жвачками, идут там. Что вы нам тут сейчас расскажете про гражданский брак? Потому что в медобщаге там, ну, много таких. Само собой разумеющееся. И мы, честно говоря, когда так с Мишей видели, говорим: Миш, хорошо, что тухлые помидоры не несут. Знаете, было ощущение... Но с другой стороны, будут банками с пивом забрасывать, да? А это больнее. Меня Миша успокоил, говорит, не беспокойся, банки полетят. Ну так вот, и когда мы стали вот это обсуждать, вот смотрите, вот один называет. Мы прям, знаете, вот практически, ну как, здесь вот это написали конспект того, что они нам говорили. Вот посмотрите, положительные стороны, посмотрите. Называется удовлетворение в сексуальной разрядке. То есть нужно снять вот это вот напряжение. Один говорит, действительно, ну куда девать свои гормональные, там, вот эти вот физиологические аспекты. Другой говорит, да ты чё? Сколько у нас сейчас... Депрессивных состояний вот в больницу приходят с депрессиями, потому что возникает вот этот вот стресс личности, который перерастает уже в депрессию. Ты снял разрядку за одну минуту, зато потом обречен на несколько недель депрессии. Ну, пусть не сразу, но после нескольких разрядок тебе депрессия обеспечена. Слушай, представляешь, сколько только на одни лекарства потратишься, на антидепрессанты? Все, бац, мы с Мишей записали. Потом мы говорим, ну давайте, следующий плюс. Неужели, говорим, вообще плюсов нет? Они говорят... Ну, возможность попрактиковаться в технике секса. Приобрести опыт.
большой жизненный. Действительно, там девочка говорит, ну представляете, ну что, я вот выйду замуж, а лежу как мешок. А тут ничего я уже знаю. и это умею. И там тоже другой парень говорит, действительно, это же здорово так вот. Женишься, а уже у тебя там такой багаж хороший. И тут же им друзья отвечают, ребят, а вы про аддикцию забыли. Вообще, аддикция – это зависимость. То есть у наркомана аддикция от наркотиков, зависимость от наркотиков. У человека, который меняет партнеров, возникает аддикция от количества партнеров. Он уже их начинает менять, и он уже не практикуется в технике, то есть в совершенствовании как-то вот там что-то изменить в технике секса. Он совершенствуется в количестве. И с то одним есть, то есть что-то новое одно и то же применяет со всеми. Он не совершенствуется в технике. То есть вот и там один даже молодой человек вышел и говорит, вот давайте, говорит, простую арифметику сделаем. И вот потом, потом мы стали на всех наших последующих лекциях делать арифметику. В среднем человек во сколько лет женится? Ну, в среднем. Ну, в 25 где-то, да? 25? Пишем. Во сколько кончается примерно, ну, так вот, такая активная половая жизнь? Во сколько лет? Ну, на скидку. Я понимаю, что вы еще молоды и не достигли этого возраста. На 60-50, наверное. 60. Давайте 55 напишем, чтобы легче считать было. Ну, вообще, вот мы же, по-моему, здесь говорили, что вот сейчас многие исследования говорят, что если у мужчины один половой партнер, если у мужчины постоянность в половом, вот таком, значит, активная половая жизнь, ну, хотя бы не реже одного раза в неделю, если он не употребляет спиртное, в частности, пиво особенно, очень плохо влияет на потенцию, то и в 75, и 85 у него... Эрекция, в общем-то, мы не будем говорить так же, как в юности, там каждый день по несколько раз, но, в общем-то, это состояние... Но вот эта регулярность, она соблюдается. Соблюдается. То есть это как бы уже вот медики это сказали. Итак, даже есть такой, я хочу анекдот рассказать, помнишь, притча. Как один 80-летний старец пришел к врачу-сексологу и говорит, слушайте, вы знаете, ну у меня вот чаще одного раза в неделю, ну никак. Он говорит, ну слушайте, ну у вас уже возраст. А вот мой сосед, ему говорит, уже 85. Так он всем просто хвастается, что каждый день по несколько раз да к нему молотки приходят, он сам по молоткам ходит. А врач ему говорит, ну а кто вам мешает об этом рассказывать? Что вы тоже можете по несколько раз в день. Вот, поэтому, в общем, поэтому получается, вот этот вот старец 80-летний, в любом случае он больше выигрыша, потому что вот такого, как рядом с ним сосед, вот, не бывает, это миф. Если в его жизни была такая вот активная, будем так говорить, смена партнеров, такая жизнь, до 80 от нее точно никакой эрекции не останется. Но Новый год чаще бывает. Итак. Ну возьмем, ладно, давайте средний. Средний 55, да? Сколько будет, если вычесть? 30. Теперь сколько дней в году? 365. Ну давай 350 возьмем, чтобы как-то легче было считать. Год на год не приходится. Да, год на год не приходится. При регулярности, как книжки читали, да, в той самой? 35, 350 умножить на 30, сколько будет? Кто быстро считает? 10 500. Во количество раз, да? Вот придумай что-нибудь новенькое каждый день. Во где? Голову-то сломаешь, правда? 10 500 новых позиций. О, где голову сломаешь? Вот тут техника секса. Как вот Ричард Гир на вопрос, знаете такого, да, ловеласа актера, на вопрос, кто такой настоящий любовник? Он играет всегда плейбоев, ловеласов таких, любовников всегда. И ему задали вопрос, кто такой настоящий любовник? И он говорит, настоящий любовник? Я вообще думал, он как ответит? Тот, который там женщин каждый день меняет, там и тут может соблазнить, и так вот на работу едет, глазом моргнул, и она уже бежит за ним. А он ответил, говорит, настоящий любовник – это тот, кто всю свою жизнь способен удовлетворять одну женщину. И это тот, кто всю свою жизнь удовлетворяем одной женщиной. А бегать от одной к другой – это и кошечки с собачками могут. Они это делают на улице. Чем тогда мы отличаемся от животных? Ну и так, значит, продолжаем дальше мы с этими студентами. Понятно. Да, и говорим. Ну так что, неужели других плюсов нет? Ну, там одна девочка говорит. Ну а как же, вот я получаю авторитет в таком... Статус. Да, ну вот мы написали статус, она сказала такой, я, говорит, в лице, там, в глазах своих подруг крутой становлюсь. Я мальчиков меняю как хочу и сколько хочу. Вот, ну ей ее же прям там рядом сидящая с ней девушка сказала, слушай, а представь, она говорит... В чем тогда заключается твоя жизненная позиция по уважению самой себя и
мужчины, она ему говорит. Ведь и мы... если вдруг ты встретишь того мальчика, который... Парня. Ну да, того парня, которым, значит, ты захочешь строить отношения, он такой весь из себя, значит, честный, красивый и... Ответственный. Ответственный, но он спросит про тебя, кто ты, и ему скажут, да она каждый день их меняет, пацанов-то этих. Он с тобой не захочет строить отношения. А если ему твой авторитет не нужен. Если даже и захочет, то ведь смотри, даже если вы такое представим, что вы поженились, ты его поймал в сети своей сексуальности, ведь аддикцию у тебя никто не отменял. И тот стресс, который ты изначально получила, он все равно откладывается на твоей составляющей личности. То есть само по себе не проходит. То есть, знаете, студенты таким медицинским языком, профессиональным, ей раз так все сказали. Мы молчим. То есть нас вообще, работа нас конкретно лишили. И надо сказать, что после этого медицинская группа замолчала. Замолчала. Мы говорим, ребята, ну еще-то плюсы ведь есть? Они говорят, ну нет, вроде как нет. Больше ничего найти не можем. И тут мы говорим, слушайте, а вот везде, где вот мы проводим такие семинары, везде называют еще один плюс. Проверяем сексуальную совместимость. Когда мы это сказали, они все расхохотались. Они говорят, слушайте, ну вы вроде люди образованные, а такую ерунду говорите. Мы говорим, почему ерунду? Потому что все называют это, проверьте, а может вдруг правда не подходит. И сколько на эту тему написано всяких статей в различных журнальчиках и газетках, да, для молодежи. Они говорят, да вы что? В медицине понятие сексуальной несовместимости не существует. Это миф. Это миф. Потому что женский половой орган устроен таким образом, что они пропускают через себя головку ребенка, когда он рождается. И они обволакивают тампон. Полностью. Полностью. Об этой несовместимости, опять в кавычках, вообще может идти речь в том случае, если возникла аддикция, если и это депрессивная личность. И там мужчина начинает сравнивать. Но это не в совместимости идет речь. Это идет речь вот именно о той аддикции, которая здесь возникла. Человеку просто недостаточно, вот, скажем, одного полового партнера. Это уже называется, ну, распущенность. Понимаете? Это, а совместимость здесь речь вообще не идет. И они нам прямо, знаете, прям конкретным текстом сказали. И мы пришли им говорить о плюсах и минусах гражданского брака. Они нам все сами. Они нам сказали, да это все не плюсы вовсе. И кроме этого мы говорим, ну хорошо, раз все в минусы. Но есть ведь а еще какие и минусы, еще минусы вы назовете? Которые плюсами назвать нельзя. И стали называть скоротечность отношений. Сегодня утром или там вечером начались на дискотеке, а утром просыпаешься, ты уже один, и записочка, да? Добро пожаловать как правило, в да. мир СПИДа. Ну, даже если и без СПИДа, если уж не так трагично, то в любом случае... Кстати, это тоже минус, возможность заразиться. Да, здесь у нас написано. И мы уже говорили о том, что по нашей стране каждый 20-й носитель ВИЧ. Да? Мы уже здесь говорили, это реальные факты как бы. А почему же такое? Недавно по радио тоже говорили, что даже если без СПИДа, просто средний час возраста вступления в половые отношения, где-то 15 лет. Да, да. Средний, представляете? Средний возраст... Женить бы, да, 25 мы написали, но один тоже примерно сказал. То есть, говорит, 10 лет, это вот какая-то идет такая половая жизнь. И за это время это уже очень большой срок. И там, ну, из-за того, что подростки, практически каждый там какие-то венерические заболевания он где-то получает. То есть, и мы все время в церкви говорим, оглянитесь и посмотрите, что, в общем-то, в вашей церкви это реальность. Многие говорят, в церкви этого нет. Есть. И они переходят, говорят, в хронические стадии, и из-за этого... Потом возникает бесплодие. Да. И когда люди вступают в брак уже такие, то есть для них это может шок, но они уже оказываются или оба, или один из супругов оказываются бесплодными. Но это просто было демографический вопрос связан. То есть они чисто. Сейчас каждая пятая пара бесплодна. 20%. Знаете, да? Каждая пятая пара бесплодна. Каждая пятая пара бесплодна. Либо это последний кто-то один бесплоден, либо оба. Которые мы не могут иметь детей. В России. Это вообще трагедия. Почему вот сейчас вот и Путин, вот эта вот программа, вот она пошла. Я понимаю, почему эта программа пошла. Потому что вот они данные, вот они статистические цифры, с цифрами не подходят. Вот эти вот 10 лет, когда все это в хроническое перешло, и все, да. Они бесплодны. Данные остались. По всем венерологическим диспансерам. Это вообще страшные вещи. Сейчас творятся в нашей стране. Большое дело начинается с малого пожертвования. И 5 хлебами можно накормить 5000 человек. Поддержите наш проект молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать, вы можете узнать на сайте www.tvseminary.com. Вот. Я все жду, когда же начнут понимать, что надо работать не только поощрять граждане, детей и деньги платить, а воспитывать молодежь в нравственности и в чистоте. Я думаю, мы к этому придем скоро. Потому что к этому уже приходят другие страны, что надо начинать с нравственного воспитания в первую очередь. Дело в том, что они борются с венерическими заболеваниями, с демографической проблемой в стране,
В то же время в школу вводят те же самые уроки галеологии, да? То есть те же самые уроки сексуального там, партнерства, и все, то есть постепенно развивая. Я знаю, что в некоторых школах там, с третьего класса начинают, с четвертого класса начинают. Ну, то есть параллельно с этим же идет же все. Идет. Я думаю, что это все, вот понимаете, оно постепенно, пошагово. То есть уже осознание идет, слава Господу, правительство начинает осознавать всю порочность таких программ. Я удивляюсь учителям, которые преподают это, в то же время... Их заставляют, поверьте, Николай. В школах не так все просто. Поверьте мне, 15 лет проработала в школе и... Опять же, кто-то-то заставляет это делать. Ну, а потому что спускают сверху. Спускают сверху разнаряд. И говорят, должен быть такой урок. Да. И директор вызывает и говорит, так, ты будешь вести. Давайте к сексу вернемся. Да? Вернемся к сексу. Да надоело нам. Итак. Вот второй риск – это риск венерических заболеваний. Это на самом деле так. Добро пожаловать в мир СПИД. Это реальная история. Да. А уж мы говорим там всякие хламидии, всякие стрептококки. Кстати, вот хорошо мне в перемену сказали. Там был не Мелхиседек, а Авимелех. Так, вот этот, который, да. Следит за... Я помню, Мелхиседек-то вроде бы этот, священник был. Ну ладно. Значит, трудно отличить любовь от влюбленности. Ответственность от полового влечения. Если входит через сексуальные отношения. Ну и, конечно же, лишение благословения со стороны родителей и со стороны Бога. Ну это... Как это без комментариев. Постулат. Потому, что, да, постулат. Да. Итак, ну и дальше. Этот вход убираем. Потому что мало того, что у него плюсов нет, он еще и греховный. Еще и минусов куча. И вот интересно, что, скажем, миссис, когда вот так все назвали, так здесь возникла тишина, и один парень говорит, ребят, о чем мы тогда? Ну, мы с Мишей сказали.